Серия рождественских концертов прошла в городе. Один из них собрал под крышей ДК «Чайка» сразу два коллектива – из Лобни и Долгопрудного. Лариса Панина расскажет подробнее. Задолго до того, как начался рождественский концерт, оба коллектива осваивали сцену. В этот день состоялся совместный концерт детского оркестра народных инструментов Московия из Долгопрудного под руководством Антона Седова и коллектива Татьяны Вальцевой «Сударушка». И если лобнинский народный коллектив горожанам хорошо известен и любим, то оркестр Московия – нечастый гость в Лобне, зато гордость центра творчества города Долгопрудный. Напомним, что оркестр был создан в 1966 году. В 1986 году ему впервые было присвоено звание «Образцовый детский коллектив». В составе оркестра около 30 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Первым руководителем оркестра был Генрих Ларин. Он приезжал к нам на юбилей нашего коллектива, и он очень рад, что на протяжении 50 уже одного года существует коллектив и выступает, он развивается, появляются новые дети, появляются новые программы оркестра. То есть он был счастлив как основатель оркестра, что его дело живет уже более полувека. 19 лет руководил оркестром Виктор Ковальков, заслуженный работник культуры Московской области. Он также принял участие в концерте. Оркестр при нем также подтверждал звание образцовый детский коллектив, участвовал в фестивалях, конкурсах, дважды выезжали они за рубеж. Это был 2003 год, 2005 год в Бельгию и в Португалию. Он тоже внес неоценимый вклад в сохранение коллектива, в развитие коллектива, дал возможность, чтобы коллектив существовал, продолжал жить и радовал своим творчеством жителей нашей области. С 2009 года с оркестром, помощником художественного руководителя, работал и Антон Седов, а в 2015 принял эстафету руководителя от Виктора Ковалькова. Последние наставления главного дирижера: «За ложа полон, распахивается занавес, звучат первые аккорды». Прошедший год для коллектива был успешным. Ну, мы стали обладателем гран-при конкурса юного таланта Московии. Буквально два дня назад мы заняли второе место в городе Сочи на фестивале «Твой успех». Также мы являемся обладателем первой степени фестиваля «Музыкальная волна», который проходит летом. То есть мы вот периодически выступаем и в городе, и за пределами Москвы, Московской области, посещая другие фестивали, конкурсы, и тоже завоевываем призовые места с первого по третий. В концертной программе, которая завершила новогодние праздники, прозвучала музыка разного направления и разных времен. Оригинальные произведения, написанные специально для народного оркестра, переложение классических произведений, известная музыка советского периода и любимые русские народные песни. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».